Вашему вниманию жакет с очень красивой фактурой. Здесь лесовая ткань, оттенки собраны от темного шоколада до цвета какао. И плюс к этому имеется деликатный, очень благородный блеск. Обратите внимание, что в комплекте добавлен поясок, вот так он будет смотреться, и трендовые значки броши. В данном случае мы их отстегнули, чтобы вы оценили его и без вот данного элемента. На мне обыграли бельевой юбкой. Что еще мы можем предложить к этому жакету? Конечно же, платье в бельевом стиле. Это может быть уже особый случай, и в данном случае вы можете давать как черную обувь, так и, например, наоборот, светлый беж, взяв лаковую сумку. Прекрасным дополнением станет этот жакет и к платью вот с таким animal принтом. Тоже идеально комбинируется друг с другом. Ну и на каждый день можно обыграть самое обычное, базовое, лаконичное платье. В данном случае это Пунто Милано. И здесь мы уже добавляем трендовую многослойность. Всегда очень хорошо такие жакеты смотрятся с джинсами. В данном случае это джинсы палаццо, то есть за счет формы мы сохраняем классический такой общий вид. Ну и мне очень нравится отстрочка. Отстрочка идеально подходит к цвету жакета. То получится такой тоже элегантный образ, например, и в офис. Но если мы хотим какой-то дерзкий вариант, выход может быть и особый, если мы добавим сюда каблук, то в данном случае классно будут смотреться брюки-сигаретки, скажем так, кожаные, с аккуратными вот здесь вот разрезами. Идемте далее. Идеальным, конечно же, дополнением к этому жакету станут родные брюки. Итальянский костюм – это, конечно же, всегда инвестиция в ваш гардероб, и это вещи, которые активно будут работать. Что мы можем отдельно предложить к этим брюкам? Например, вот такую красивую блузу. И здесь зависит все уже от аксессуаров. Если хотите, это может быть и особый выход, добавив вот такую пару ботильонов и лаковые сумочки. На каждый день предлагаем вашему вниманию горох. Вот этот принт Polka Dot активно будет использоваться и в следующих коллекциях. Это будет один из трендовых принтов 2024 года. Предлагаем мы вам эту Polka Dot в двух решениях. В данном случае это уже цвет бежевый и оформлен в виде классической рубашки. К любому из этих образов вы можете выбирать определенную обувь. Можете добавлять либо казачки, либо аккуратные ботинки в цвете какао. Например, они хорошо завершат образ вот с таким лаконичным джемпером. Джемпер из тонкой вискозы идеально подойдет для офиса. И всегда можно добавить аксессуар к такому лаконичному джемперу. И последний вариант, который мы хотим предложить сегодня, это вот такой роскошный джемпер. Он уже с такой крупной вязкой для тех, кто любит потеплее. И здесь еще добавлена красивая нить люрикса в золоте.